мяса. Ноги, ноги, ноги. Мясо, кому мясо? По заказу больше мяса, меньше жира в массу, больше мяса, мясо крепких костей, мясо по ГОСТу, диеты горька новостей. Я соскучился по ногам, я их тренирую всего один раз в неделе. Я сегодня готовился к этому дню очень долго. Посмотрим. Последний. Отдыхаем 2 минуты. Во. Как видите, тренировка другая немножко. Два подхода подряд, потом отдых 2 минуты. Без приседаний. Двигаем. Так. Ты меня бьешь просто по больному месту, когда говоришь, что тренировка ног без приседаний. Не-не-не, нормально. Иногда должна быть тренировка ног без приседаний. Не надо делать на них акцент. Мы будем делать выпады потом, и они сделают свое дело. Такие же ноги. Пока мы видим только жопу. Ты сзади видишь латерально? Да. Немного осталось у меня, Игорь. Немного осталось. 3 месяца у тебя будут такие ноги. Все слышали? Так и знал. Да, обещаю. Все, с тренажерами закончили. Вот, с тренажерами мы закончили. Сейчас будем делать выпады. Но ноги уже все, они мертвые, 100%. Вот. Вы видите сами. Ног нет. Очень хорошо. Сейчас надо правильно отдохнуть. Ты восстанавливаешься, когда ходишь? Я робот. Робот-терминатор. Видел у меня производство? Да. Ну вот я сам себя покажу. Спасибо.
Тренировка ног на сегодня заканчивалась. Вот такая тренировка. И, как всегда, желаю вам быть веселее, здоровее, веселее. Блять. Добрее. Добрее, здоровее, веселее. Умнее и многостее. О! Что-то еще там даже отделяется. Да, даже в таком, блядь, панке страшно. Сильно не кланяйся вперед, тень бросаешь. О. Во-во-во-во. Тень не бросай. Бицепс еще надо, но ничего. Нормально. Уже он отсюда торчит, блядь. По-страшному. В общем-то плане вообще, да, бомба? Очередная заминка. Отлично. Очень хорошая тренировка, вообще офигеннейшая. Игорь говорит, что ему понравилось. Да. Да, сегодня один из редких дней, когда я доволен собой. Я думал, скажешь, мной. Ну что, будем уходить отсюда, пока он нас не прогоняет, но... Ну, мне вообще уже, ну все, похер. Я счастлив. У меня эндорфины зашкаливают, и все будет хорошо.